Вот это мой завтрак. Здесь у меня банан, сельдерей, шпинат, яблоко, корица, немного меда, семена чиа. И все это я залила молоком из кешью. Всем приятного аппетита! Сейчас у нас идет пост, и я хочу вам предложить легкий витаминный салатик. Как видите, я уже все порезала. Сейчас расскажу, что у меня в этот салат входит. Салатик я порезала сельдерей, огурец, свежий помидор, один авокадо, салат фрилис, салат крон, вот это у меня сыр тофу. Все это сбрызнула я соком лайма, оливковым маслом и перчиком. Вот такой легкий салатик, он хорош не только в пост, но и для тех, кто следит за своим питанием и здоровьем. Всем приятного аппетита! А если в такой салат добавить, например, отварную фасоль, или бумаж, либо чечевицу, то такой салат будет не просто легкий, но он будет еще и сытный. А сегодня я еще испекла хлеб из зеленой гречки, он абсолютно без яиц, без молока. Ингредиенты укажу выше, а рецепт приготовления сейчас скажу. В общем, я взяла зеленую гречку, я ее вымачивала где-то примерно сутки. Потом я ее просушила, перемолола в кофемолке. Можно это сделать в блендере, кому как удобнее. Затем перемолотую гречку я соединила с семенами льна, чиа, смельченными и остальными другими семенами, семечками. Затем добавила воду, масло, соль, специи и загасила соду, соком лимона. Все тщательно перемешала, выложила смазанную маслом форму и выпекала при температуре 180 градусов примерно минут 30-35. Хлебушек получился мягкий, нужная консистенция, легко режется и долго не черствеет. Хочу показать, как можно приготовить быстрый ужин буквально за 10 минут. Здесь у меня заморозка. Замораживала я свои перчики, фаршировала летом. Здесь у меня с мясом и с рисом, а здесь у меня вегетарианские. В общем, здесь у меня нут отварной, рис, так, что там еще не вижу, перчик, наверное, базилик, петрушка. Так, ну и морковка мороженая. В общем, все это я положу в кастрюльку, залью водичкой, значит, морковку мороженую положу, порежу лук, томатную пасту и буквально ну, минут 15-20, и ужин у меня будет готов. Это тот случай, когда нужно очень быстро, вот мы в частности на даче, да, быстро и вкусно поужинать. Так, ну это вот то же самое, только без масла. В другом немного исполнения, тоже очень аппетитно выглядит. Так, ну что же, все у меня тут доваривается. В общем, в итоге я порезала лук, положила морковь замороженную, потом томатную пасту в самом конце. Она тоже наша, своего исполнения. Вот, значит, поперчила, приправки добавила. Вот все, экспресс-ужин. Ну, наверное, минут 20 мне на все про все понадобилось. Ну, а это вот уже мой второй вариант для меня. То же самое, только без мяса. Тоже очень аппетитный и вкусный.